Здравствуйте. Вот принесли кольцо, якобы золотое. Нужно проверить, оценить, сколько стоит. Такое. По весу тяжеленько для этого кольца. Взвешиваем. Один грамм на звук, на отскок. Все хорошо. Делаем 3 натира. Делаем натиры ребрышко. Тем самым исключаем фактор золочения кольца и покажет неправильно нас, То есть истерется очень хорошо. И последний натир нам покажет, что внутри там. Ребра делаем натир. Пол сантима на 2 сантима. Плотный натир от души. Три натира. Вот если передаст камера, очень глубоко третий натир ушел в кольцо, то есть тем самым можно не запиливать. У нас натир получился как запил. Соответственно, видно, что внутри желтый металл. Проверяем. Берем реагент. Вначале берем 750. Семерка. Капаем. Сразу черное стало. Значит, кольцо не соответствует 750 пробы. Ну, что мы и знаем уже. Следующий берем пробник кислотный 500-й, пятерка. Смотрим 10-15 секунд. Но изменений практически нету. Но реакция есть, значит, это золото. Третий кислотный реактив 585 пробы. Ух ты. Небольшой фейк произошел, ничего страшного. Вот реактив 585 пробы залез на 500 пробу, видно, и стал разъедать. То есть кольцо сразу явно видно, что выше 500 пробы, так как вот с этой стороны разъело, с той не разъедает с того края. Ну и здесь видно, что реакция идет. Реакция идет, но полоски остались, не до конца черная стала. Где капля, не до конца черная стала, а как бы полоски остались. Сейчас водой смоем, посмотрим. Так. Здесь мы капали 750-м реактивом. Пятно черное, глубокое. Просвета нету, золота. Здесь мы капали 500-м реактивом. Но тут у нас фейл случился, так как залез
585 на 500 реактив. Но видно, что где был 500 реактив, реакция небольшая есть, потемнение есть, но золото абсолютно не тронуто. И смотрим реактив 585 пробы. Смотрим. Потемнение есть, реакция есть, но полоски остались, до конца не разъело. Ну, соответственно, кольцо, как бы показать попонятнее на свет. Ну, кольцо, вот. Реакция есть, но не разъело саму золотую структуру, полоски остались. Как бы есть потемнение, но не разъело до нуля. Соответственно, соответствует 585, ну или 583 пробы кольцо. Так, с этим все понятно. Теперь посчитаем. Вот, сегодня 25 мая 2022 года. Золото стоит после обеда ближе к вечеру 1865,17 долларов за унцию. Доллар, рубль 56,75. Здесь высчитываем, сколько стоит 1 грамм в рублях. 4 девятки. Ну, то есть знаем мы унция 31,1. Вот это число биржевое делим на 31,1. Соответственно, получаем сколько в долларах грамм. Умножаем на курс 56,75. Ну, получается 3403 рубля за грамм. Это биржевая стоимость золота в рублях. У нас 585-я проба. Соответственно, мы вот эту сумму 3403 рубля умножаем на 0,585. То есть процентное содержание золота в нашем кольце 0,585. Соответственно, умножили, получили стоимость грамма 1990,75. Кольцо у нас... Уже не помню, 1 грамм, по-моему. 1 грамм. Кольцо у нас 1 грамм по весу. Сейчас. Убедимся в этом. Да, 1 грамм. Соответственно, стоимость 1990. Округляем всегда в меньшую сторону. Если мы принимаем золото, соответственно, получается... 1900 рублей за это вот, за вот это колечко. 1900 рублей. Все, спасибо, до свидания.